она ехала далеко. Вот я что видел. Там очень далеко. Я подумал, что она будет сворачивать налево. Ну а там же тоже налево не было места, что-то. Налево вниз, на Чернышевскую. Потом пошла, как бы одна сторона, она от меня отстала. Я встал, как специально думаю, так или так проехать, чтобы ее пропустить. Видел? У меня таких случаев не было. Когда пропускают, ну, когда как стараются остановиться там. Вот. Ну, и никаких не было с водителями, этих перепалок никаких у меня не было за время. В основном все нарушители ссылаются на то, что они не видели автомобиль скорой помощи. Но, конечно, это их не освобождает от ответственности. И им грозит либо штраф 500 рублей, либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.